Друзья, если вы хотите поддержать наш проект материально, то самый лучший способ сделать это подписаться на нас на Boosty. Первый самый базовый уровень подписки стоит всего 100 рублей в месяц. Вы получаете доступ ко всем видео на канале, к циклам об истории Древнего Рима и истории Древней Руси. Для тех же, кто желает оказать более существенную поддержку, существуют также уровни Стратеот и Стратег, соответственно за 300 и за 500 рублей в месяц. Ваша поддержка поможет нам сосредоточиться на создании видео и делать наш контент более качественным. Большое вам спасибо! Здравствуйте, дорогие друзья, подписчики канала Второй Рим, а также дикие варвары, что смотрят нас без подписки. Сегодня у нас в гостях историк-медиевист Камил Эрназаров. Камил, здравствуй. Здравствуйте, да. И сегодня наша передача будет посвящена истории средневекового рыцарства. О том, как оно появилось, что из себя представляло и какой образ получило в культуре средних веков и нашей современной массовой культуре. Хорошо, Камил, расскажите о себе, пожалуйста, вообще, чем вы занимаетесь, какую тему исследуете. И затем перейдем уже к основной теме сегодняшней передачи. Да, спасибо. Тоже хочу поприветствовать всех, смотреть, собственно, эту лекцию, эту запись. Собственно, я медиевистикой занимаюсь уже достаточно много времени. Я аспирант в школе экономики, в школе исторических наук. По совместительству преподаю в Московском городском педагогическом университете. Вот. Также еще работаю в лаборатории медиевистических исследований, стажером-исследователем. А занимаюсь я военной историей Средневековья, но тема эта, конечно, широкая, конкретно, вот, так сказать, я интересуюсь позднесредневековыми военачальниками, я бы назвал бы это проблемой военного лидерства, да, в Англии, Франции примерно периода Столетней войны. Ну, конечно, это очень много не параллели с рыцарством, но с ним связано. И начинал тоже, в свою очередь, я с изучения рыцарства, с моим бакалавриатом, с курсовым. Хорошо, расскажите вообще о предпосылках появления такого сословия рыцарского, то есть что стояло перед этим? Можно ли сказать, что, например, там варварская тяжелая конница, которая была у вестготов, остготов, это прообраз будущих рыцарей, или конница Карла Великого, то есть можно ли их как-то сопоставить? Ну, конечно, таких предпосылок можно выделить много, да, каких-то военно-технических, социальных, ментальных установок, да. Если говорить вот в большей части о таком военно-техническом аспекте, многие историки, они видели, вот, особенно в битве при Адрианополе, то самое рождение рыцарства. По-моему, Ганс Дельбер писал, что вот когда конница Остготов и Вестготов разбила римлян, это вот, вот тогда родилось рыцарство. Но на самом деле, как сказала историческая наука, это очень опрометчивое заявление. Дело в том, что рыцарь того, как мы его знаем, да, каким он рождается там, в конце XI века, он невозможен, как такая боевая система, без двух важных составляющих. Без стремян и без седла с высокими луками. А появляются они, распространяются в Европе только где-то там, ну, активно, да, в VII-VIII веке. Если вспомните битву при Адрианополе и переселение народов, все это IV век, конец IV века, то есть время намного раньше. В чем, значит, особенность этих стремян и седла с высокими луками? Во-первых, появилось это еще все на Востоке, кочевники изобрели, возможно, в Китае. Постепенно это пришло через Евразию в Европу. Возможно, первое упоминание о стременах появляется где-то в VI веке в Византии. Но они очень медленно распространялись, особенно в Западной Европе. Но они, конечно, изначально, да, предназначались для того, чтобы просто было легче садиться на лошадь, не вспрыгивать. Но потом кто-то догадался просунуть ноги во время езды и понять, что так посадка намного устойчивее получается. А я вот слышал такую теорию, что они в Персию
в Персии сначала появились. Но там, по идее, ну там поначалу отвергли стремена, ну что, мол, мы и так умеем, зачем нам это нужно? Да, вообще это очень спорная, очень проблема спорная, тоже имел счастье с ней заниматься, рассматривать. Есть даже варианты того, что они в Индии появились, потому что есть изображения там даже до нашей эры, где у лошадей есть там некие какие-то вот такие вот гулины, да, куда на брельефах изображены, куда ноги помещаются. Но вот по такому общему мнению, они вот где-то с 5-6 века распространяются в степях Евразии, может чуть раньше, но потом уже и в Европе. И самое главное, да, параллельно еще идет развитие седла, потому что изначально тоже седла люди не знали. Вот. И где-то к, наверное, вот к 10 веку именно в Европе появляется седло, у которого такие высокие луки, и они держат всадника. Все это вкупе позволяет очень сильно упрочнить посадку всадника. Он теперь может там, вкладывать, например, в удар рубящий мечом всю свою силу, да, весь свой вес. Раньше он боялся с него слететь. Потому что, например, если мы почитаем Ксенофонта, он пишет, у него есть прям такая цитата, что всадник, как известно, он чувствует себя менее, значит, устойчиво на лошади, чем пехотинец, да, поскольку у него есть страх, опасность слететь. Потому что во времена Ксенофонта, 4 век до нашей эры, никаких таких приспособлений еще не было в ходу. И, собственно, вот эти две вещи позволили перейти к такой революционной тактике, когда удар копья наносился не просто сверху вниз, с силой руки, оно зажималось под мышкой, называемый таранный удар, да, или на французский манер это называется куширование копья, вот, cold planes. Собственно, человек брал под мышку, да, он не боялся слететь, его держало седло в задний лук, он упирался в него их стремена, и он мог передать весь свою силу вот этого разгона лошади, себя, доспехов в этот удар, который вот, энергия аккумулировалась на кончике копья, и понятно, что ну, такой удар был намного эффективнее и сильнее, чем то, чем пользовался кавалерия, когда он просто подъезжал, не знаю, и вот так вот тыкал, или вот так вот тыкал, или дротиком накидал копья. То есть, в целом, роль кавалерии его несколько раз увеличилась тогда, после изобретения стремян? Да, конечно. То есть, вот именно в военном смысле, да. Но, забегая вперед, тоже скажу, что на самом деле, по распространенному мифу, пехота никогда не исчезала на полях битв Средневековья. Хотя, в основном, большая часть войн велась конными войнами, собственно, рыцарями. Вот. Поэтому в таком военно-техническом аспекте, да, визготов еще рано видеть рыцарей, а потому что они ездили без стремян. Да, у них были уже седла достаточно развиты, но они точно не использовали вот эту вот по-настоящему рыцарскую технику ведения боя. Вот эту вот шибку, да, когда мы видим турнирные изображения, как два рыцаря так ошибаются, это только возможно после того, как распространяются, не только изобретаются, но массово распространяются стремена, и седло с высокими луками. Что, то есть в военном смысле рыцарь это обязательно всадник и седло со стременем? Да, вот если мы говорим рыцарь, и кто это, да, в военном смысле, конечно, это всадник, стремена, да, седло, ну еще, конечно, копье, щит, меч и доспехи. Примерно полное такое покрытие тела относительно, да, шлем, доспехи, кольчуга, там потом, конечно, будет большое количество различных вариаций, и развитие идет дальше, но это примерно такой комплекс вооружения. Ну, конечно, обязательно конь со всей сбруей, вилами, да, системой управления, тоже, которая, ну, к времени такого развитого средневековья, вот, она проэволюционировала со времен одомашнивания лошади. А какой период можно считать расцветом европейского рыцарства? Обычно считают 12-13 век, так называемое лето средневековья,
Вот, потому что если 11 век это вот прям вот окончательное такое формирование рыцарства, то 12 век и 13 это как бы и в культурном отношении, да, и в отношении каких-то войн, это прям вот расцвет, потому что появляются рыцарские романы. Значит, Ричард Львиное Сердце, такой эталон рыцарства, это, конечно, были в 12 веке. Рыцарство активно вот, участвует в крестовых походах, в этой военно-коалиционной деятельности. Зарождаются турниры, и они, наконец-то, в 12-13 веке вот, расцветают по-настоящему. Совершенствуется и защитное вооружение, а это, конечно, не пик его развития отнюдь. Вот. Но оно будет значительно, оно уже сформировано. И сама культура, и сословие, да, в таком аспекте социальном, оно складывается, складывается система вассально-ленных отношений. И 12-13 век – это действительно эпоха такого прямо расцвета рыцарства, вот, какого оно было. Вот вы упомянули ментальные предпосылки к становлению рыцарства. Вот в чем они заключались? Они очень глубоки, вот, на самом деле. Есть хорошая книжка, очень советую читать «Истоки средневекового рыцарства» Франко Кардини. Вот он ведет, и не только он, вот этот вот очень такой этос, воинский этос рыцарства, они возводят еще ко временам древних германцев. Все эти представления о доблести, о отваге, именно честном поединке. Потому что если мы откроем Тацита, да, древнюю Германию, и посмотрим, что он писал о древних германцах, тот фрагмент, точно не могу, конечно, на память сказать, но он описывает военачальников, вообще военноделы германцев, он пишет, что вот они очень почитают доблесть, их военачальники сражаются, они идут впереди воинов, и видимо, вот этот вот, вот эта вот ментальность, да, она, которую принесли германцы, конечно, они ассимилировались, да, но в каком-то мере она закрепилась, и я думаю, небезосновательно видеть вот, в рыцарской культуре продолжение этого. Вот. Ну, в ментальности, конечно, были и иные предпосылки. Вот. Они очень важны были и с точки зрения религии, христианства. Потому что как раз ко времени становления рыцарства в XI веке христианство в Европе, оно окончательно не просто распространяется, оно проникает в умы людей, происходит так называемая евангелизация сознания, когда люди не просто формально принимают христианство, они начинают понимать какие-то положения, догматы, да, и рыцарство, у него, ему нужна была некая такая, как это правильно сказать, обоснование религиозное, потому что с этим у них были большие проблемы, они совершали очень, в общем, один из смертных грехов, они воевали, убивали. И, например, церковь нашла выход в создании там духовно рыцарских, рыцарско-монашеских орденов, тамплиеров, госпитальеров, они стали милитес Христи, воинами Христа. То есть они вот эту войну пустили в русло, так сказать, которое удовлетворяло церковь. Это, конечно, вот была война за святые земли, за завоевание гроба Господня. Да, но... Ну, то есть нашли этим доблестным воинам применение, так сказать. Да, да, потому что церковь очень постоянно, она очень-очень вот так вот критиковала рыцарство, особенно в период такой феодальной вот этой анархии 10 века, 11-го, потому что они постоянно воевали между усобицами, вот эти вот файты так называемые, они постоянно тоже там разоряли, и она придумала, например, такой, не знаю, институт, как Божий мир, когда в какой-то момент все войны прекращались. Но церкви вот это вот воинственное рыцарство приносило очень много проблем, действительно. Им нужно было и какое-то обоснование дать им, и куда-то эту силу тоже пустить. Но просто еще и чуть раньше
в христианстве тоже разрабатывается концепция того, что в принципе войну вести дозволено, да, если она там, например, такая, она справедливая война белым русским, если это защита, да, каких-то сирот, обиженных, защита каких-то прав, да, то тогда в принципе убивать христианина можно. Вот. Но это тоже как бы легитимизировало вообще воинское сословие. Вот. И появляется тоже потом, конечно, еще светская такая критическая культура. Вот. Но это уже отдельный такой разговор. А вот термин, которым мы сейчас пользуемся, рыцарь, как он вообще появился? Но в русском языке он происходит от, ну, рыцаря, от риттер, да, немецкого слова, которым обозначались рыцари. Ну, часто во многих языках это буквально просто как всадник. Вот, наиболее, конечно, значимы тут какие-то романские языки, в которых в странах, в которых рыцарство было больше распространено, но вот кабальеро, да, испанское, это от кабалло, ну, лошадь, да, буквально, ну, всадник. Шевалье, французское, от шеваль, тоже лошадь. Ну вот, конечно, где-то тоже, например, в английском языке мы видим в слове knight, да, от нехт, от такого воинского слуги. Мы видим некоторое социальное происхождение рыцарства, что очень многие рыцари, особенно какие-то вот низшие прослойки, это были когда-то, ну не знаю, рабы, какие-то очень зависимые люди, слуги буквально, которые служили знатным господам, за что потом они, в общем, получили какой-нибудь лен, феод, и уже стали, ну, полноценными свободными людьми, но изначально в Германии вот эти министериалы, то есть несвободные воины, из них во многом низший слой рыцарского сословия он и появился, да. Что вот, ну, в русском это слово идет из немецкого. Ну, то есть отсюда мы делаем вывод, что на разных языках рыцарь – это дословно всадник. Но ведь не все, кто был на конях, кто был верхом, были рыцарями. Как вообще происходило посвящение? В чем оно заключалось, какие были плюсы и минусы быть рыцарем, что вообще из этого потом дальше выходило? Я забыл, конечно, про другой важный язык, про латынь. Как же на латыни будет рыцарь? Потому что это главный язык Европы на то время, да, именно письменный. И во многих наших письменных источниках, которых мы имеем как историки, с которыми мы оперируем, они на латыни, и там они называются просто «militus», то есть дословно «войны». Но вот как раз-таки в XI веке произошла вот такая вот мутация, что слово «militus», которое раньше обозначало и пеших, и конных воинов, оно переносится только на рыцарей. То есть пехотинцы обозначаются отдельно «militus». И получается, условно говоря, слово «воин» вообще в средневековой Европе, да, ну, как бы коннотация, да, вот, когда человек представлял воина, он представлял рыцаря. Вот это полноценный настоящий воин. Если кто-то пеший, он на самом деле, ну, немного неполноценный, да, вот, то есть, это коннотация. То есть пехота — это такое оскорбление? Ну, я бы так, конечно, не сказал, но по сути люди там всегда были вообще незнатные, да. Это набирались какие-то там, не знаю, наемники, крестьяне. То есть они, да, они не считались прям вот полноценным, вот знаете, ратником, воином, вот с таким еще высоким пафосом. Нет, это да, сами рыцари часто так относились тоже вот к пехоте, ну потому что у них, ну, не было никакого происхождения знатного, они были не столь очень богатые, имущественные. Ну да, действительно, такое вот разделение, привилегированное положение рыцарства, оно было. Как происходило? Рыцари всех могли посвятить? Ну, изначально, когда оно формировалось, да, в веке там, не знаю, 10-м, 11-м, вот это военное сословие, оно, как говорится, не закрывается. То есть, в принципе, если вы там какой-то зажиточный крестьянин, могли себе позволить купить оружие, пойти на службу, вы могли сделать карьеру
очень хорошую, и стать потом вот, и графом, например, и герцоги Анжуйские, они там буквально от лесничего за несколько поколений дошли до сеньора. Да. Но потом в 12-13 веке это сословие как бы условно закрывается, то есть короли какие-то указы выпускают, в которых, например, рыцарь мог только быть человек, который мог доказать свое благородное происхождение, да, от каких-то знатных предков, вот, кто-то просто так, нет. Но, в принципе, в разных странах по-разному, но это стало, конечно, сложнее, но какие-то люди третьего сословия всегда как-то могли попасть в рыцарство. Например, в Англии вообще была такая система, что если у вас был доход там больше 40 фунтов в год, вы автоматически получали рыцарское звание и должны были там служить или платить счетовые деньги. А как вообще происходил обряд посвящения? То есть кто мог посвятить? Король или, там, не знаю, вот папа римский? То есть как, кто это вообще делал все? От этого тоже много зависело. Но, конечно, не только король. В принципе, любой такой крупный сеньор, герцог или граф, он имел право вот, вот этого такого классического, да, ритуала с ударом мечом, но это более, конечно, позднее. Изначально это просто опоясывание поясом с мечом, да, то есть вас как бы вводят в эту корпорацию воинскую. Да, перед этим, конечно, перед посвящением в рыцаре этот вот оруженосец, да, он должен был соблюдать пост, молиться, вот, и потом уже происходила эта церемония, возможно, были перед этим какие-то такие физические испытания. Посвящать, да, мог и какие-то прилаты могли, потому что сами священники даже в какой-то период, когда церковь была не настолько сильна, они сами активно воевали, что, конечно, им вообще воспрещалось, но было и такое. Но тут уже зависело как бы то ваш сеньор, да, кого мы услужите. Если... А вот как в культуре закрепилось то, что обычно вот дама там посвящает, это неправда? Нет, конечно, да. Это не могу даже вспомнить каких-то казусов, чтобы дама посвящала. Служение прекрасной даме, да. А вот супруга герцога не могла так сделать? Точно не скажу, но маловероятно. Ну, потому что это должен делать уже, как-то, должен человек делать военный, да, другое, там, не знаю, рыцарского звания человек или знатный, вот, потому что это все-таки особая, чисто мужская корпорация военная. Хорошо, а какие клятвы вообще было необходимо принести? То есть какой был такой вот стандартный набор? Отличался ли он, допустим, в Франции от Германии, или там в Англии какие-нибудь были другие? Или же был единый какой-то стандарт для вступления в рыцарство, который необходимо было соблюдать? Ну, в целом, какие-то базовые принципы были едины для всех. Тем более, как бы, когда период там, 12-13 века вы уже изначально как бы готовились к этой карьере, то есть вы с 14, наверное, даже нет, там, лет 6-8, вы постоянно обучаетесь какой-то езде, военным, значит, навыкам, а с 14 лет вы уже значитесь как какой-нибудь оруженосец, да, при уже другом рыцаре, вы можете воевать 14-16 лет, это известная практика, и уже где-то там ближе к какой-то там зрелости, может быть, 20-24 годам, а может быть еще позже, вы уже получаете такое вот рыцарское звание полноценное. Вот. Но какие клятвы? Ну, конечно, прежде всего, это клятва верности своему сюзерену, да, сеньору, что потому что рыцарь... Не королю. Нет, это мог быть король, это мог быть граф,
герцог, все зависело тоже от каких-то региональных особенностей. Но нет, нет. Я к чему? То есть, допустим, дается присяга какому-нибудь гасконскому графу во Франции. Король этого рыцаря призвать не может. То есть явиться должен только по зову тому, кому он присягнул. Да, но тут есть особенности каждой страны, немножечко скажу. Да, вот во Франции вассал моего вассала не мой вассал. То есть король не может этого рыцаря, да, через своего графа как-то, ну, привлечь к службе. А рыцарь, должен был, ну, изначально 40 дней где-то служить без оплаты в год. Если время находилось больше 40 дней, то за каждый день сеньор должен был платить. Ну, вот, ну да, изначально, конечно, клятва верности, что он ему будет служить верой и правдой, советами помогать всячески. А вот в Англии, например, Вильгельм Завоеватель, когда, значит, он завоевал Англию, он такой хитрый ход сделал. Он значит, собрал вот, всех рыцарей, да, всех знатных людей и обязал всех рыцарей принести клятву, да, верности, вот этот вот аммаж, что он будет служить, что все рыцари будут служить английскому королю. И вот в Англии, получается, все рыцари, да, они могли быть вассалом какого-нибудь барона, но при этом они были еще и вассалом короля. И да, они были больше связаны, конечно, с службой с королем. То есть в Англии более централизованная система была. Да, там, да, изначально централизация вообще государства была побольше. Вот. А вот какие земельные наделы рыцари получали? Это были прям такие вот замки или же небольшие какие-то территории? И была ли какая-то градация, то есть по степени знатности? Да, конечно, была градация. Ну, такой средний какой-то рыцарь, нет, не получал, не стоит представлять, что он замок получал. Нет, ни в коем случае он получал, не знаю, несколько деревень или там деревню, да, где, значит, есть его поместье, вот, и, собственно, деревенька, там мельница, какая-нибудь церквушка, с которой, ну, и, собственно, население крестьянское, да, которое ему платит, ну, значит, обрабатывает его землю, и отрабатывает, условно, и барщина, и оброк, и платит тоже какую-то там часть урожая. Еще крестьяне, например, если сеньор владел мельницей, а чаще всего так и было, они должны были за использование этим тоже платить различными видами, способами. Там, сначала, конечно, натурально, потом, как развитие экономики происходит, то уже деньгами. Но понятно, что, например, там, наделы тех же самых каких-то графов или герцогов, они были намного более значительны. Они уже могли там, не просто несколько деревень, там уже были целые области, и они могли аккумулировать куда более серьезные ресурсы, уже построить себе действительно большую крепость, замок. Но стоит также учесть, что когда рыцарство формировалось, низшая его прослойка, да, это во время вот этой вот такой феодальной анархии, действительно, 9-10 века, когда империя Карла Великого пала, и никаких государств не было крепкого, вот, для защиты от различных набегов просто появлялись какие-то люди, предпринимательские такие, не знаю, они сколачивали, по сути, не знаю, там, банду, можно ее так назвать, да, и начинали контролировать какую-то деревню, район, пересечение дорог. Они могли построить примитивный замок, который назывался Мот Эмбели, как бы это буквально просто какая-то насыпь, это холм, на ней буквально какая-то башенка деревянная и частокол. И потом они могли каким-то способом легитимизировать свою власть, да, выйти там за знатную даму, вот, и все, они уже включаются в эти сословия, или их могли просто, не знаю, какой-нибудь граф проезжал, он видел, что тут уже такой какой-то значимый человек есть, бигмен, он мог просто его взять так под свою опеку, да, а тот будет ему служить. То есть были разные пути попадания изначального, но да, были очень бедные рыцари, были богатые, которые владели
многими разными владениями и своими замками. У кого-то их замка не было, он просто держал свое владение от барона, там, сеньора какого-нибудь. Ну, то есть кому как повезет. Да, да. Потому что некоторые рыцари, ну, кто-то был в хорошем хозяйстве, или, не знаю, он преуспевал, не знаю, в грабеже, вот, и кто-то прямо вот становился богатым, да, так сказать, развивался в этом смысле. А кто-то мог прогулять, пропить все, значит, состояние, разориться, вот, и вообще даже покинуть рыцарское сословие. А вот земельный надел потом детям переходил или же обратно к сеньору? А, потом к детям, да. Но это в период развитого средневековья. А еще со времен Карла, когда формируется вся эта феодальная система, вот, с держаниями, то изначально, конечно, вот, например, франкские воины, они служили только за... надел получали только за службу. Их сыновья автоматически не получали наделы. Но в итоге, так сказать, они добились, да, там, не знаю, каким-нибудь... Выходит капитулярий, что вот поскольку, значит, часть воинов отправляется в Италию воевать, то король, как бы, он соглашается, что действительно, если они погибнут, то логично, что сын должен наследовать, но при этом должен служить. Но в итоге, вот где-то в 9-10 веке, вот эта вот служилая знать, она добилась того, что вот, от государей, что наделы стали передаваться просто по наследству. И уже служить, конечно, ты должен, но это точно ты был уверен, и это было обеспечено, да, что твои там сыновья будут наследовать вот тот самый этот надел. Если ты вступил, так сказать, на службу этому государю какому-либо. Но были случаи, когда они могли отбираться. Да. Тут уже... А, титул по наследству не передается, я правильно понял? То есть, если у рыцаря родится сын, то ему надо пройти весь тот же путь и также быть посвященным. Ну, да, это такая просто привычная социальная практика. Ну, то есть, смотри, какой титул. Титул... Ну, я имею в виду рыцарский. Ну да, да, то есть каждый раз вот, он начинал там условно с оруженосца, да, с эсквайра, вот, в зависимости от страны. И, например, мы знаем вообще, что в позднее средневековье вот это вот посвящение в рыцарство, оно, процедура, ритуал очень дорогой, там игрушку потом надо заплатить или еще что-нибудь. Многие представители рыцарского сословия, они так и оставались оруженосцами чуть ли не до конца жизни. Потому что это уже не требовалось, да. И знаменитый военачальник французский Бертран Дюбекен, он буквально там, он уже воевал, он, по сути, возглавляет вооруженные силы Франции, а он все еще, ну, с титулом оруженосца, он очень поздно получил свое рыцарство. Его допускали для командования? А? Его допустили командовать в таком титуле? Да, его допустили командовать. Но там вообще история особая, потому что король был такой не сражающийся, ну, он находился во дворце. И да, это вот один из первых таких прецедентов. И мы видим в очень многих трактатах, что пишут, что вообще военачальнику, конечно, обычно рыцари, ему не следует даже, ну, к этому времени не следует иметь благородное происхождение, главное, чтобы он хорошо, значит, разбирался в военном деле. Ну и вообще в позднее средневековье именно, ну, рыцарское звание, оно становится таким, значит, тоже привилегированным статусом. И никаких проблем не было с тем, что он оруженосец. Главное, что он, да, из знатного рода, там, каких-то рыцарей. Да. А при каких условиях могли быть исключены из рыцарского сословия? Ну, при нарушении клятвы, там, службы и верности, да, но каких-то при прям очень, очень значимых преступлениях, но это, например, не знаю, переход в другую веру. Для Испании это очень актуально, потому что там постоянно, значит, христиане с мусульманами воюют, и пограничные правители, они могли на стороне одних, то других, и вот переход, например, там, в ислам или, например, в христианство, еще как-нибудь,
это, конечно, снимало, ну, выкидывало вас вообще из не просто корпоративства, а из вот этого христианского и мистического тела, да, всех христиан, да, вы все, вы уже чужой, не свой. Что еще могло послужить, вот, не то чтобы лишением, но вас уже другие люди не воспринимали бы как рыцарство. Ну да, буквально, если вы не можете, ну, обеспечить себя вооружением, да, вам нужно на службу идти, а у вас, ну, вот, просто денег нет, закончились и все. Потому что рыцарь-то сам себя обеспечивал вооружением, это тоже важный фактор. Как раз-таки ему давался надел, с которого вот, он, аккумулируя ресурсы крестьян, мог себе позволить собрать достаточно дорогое защитное вооружение и вооружение. И когда вы не можете выполнять свою функцию, прямую обязанность военную, ну, какой из вас уже рыцарь получается? Вот. Ну да, какие-то тоже очень серьезные, там, не знаю, предательство, измена могла послужить поводом лишить рыцарского статуса. Хорошо. А вот в дополнение к вопросу про самообеспечение, а могли, например, поручить рыцарю со своего надела привести, ну, какое-то количество воинов, которых он должен был тоже снарядить сам? А, да, конечно. И это тоже всем известная практика. А рыцарь, он всегда в 12-13 веке не приходил никогда на войну один. А у него был уже, если достаточно такой зрелый рыцарь, какой-то оруженосец, да, то есть молодой условно рыцарь, да, который вот обучается, ему служит, учится быть рыцарем, потом у него были какие-то, да, несвободные, так можно сказать, боевые холопы, да, слуги, в основном пехотинцы, но они могли вместе с ним перемещаться на лошади. Вот. Это могли быть там лучники, арбалетчики, просто пехотинцы. И вот этот вот целый отряд, который рыцарь, с которым приходил, да, на службу, на войну, он назывался копье. И очень тоже известная практика для позднего средневековья, когда, ну, один рыцарь, в зависимости тоже от своего достатка, они могли там от 3-4 там, до 15 там, человек приводить с собой. Вот. Были еще, была действительно градация между рыцарями, были рыцари, значит, бакалавры, так называемые, которые как бы, ну, с небольшим там отрядом или сами только приходили на войну, а были рыцари бенеретты, то есть они несли какое-то знамя, да, и они могли приводить с собой еще каких-то рыцарей, которые служили им. Это уже был такой более высокий статус. А вот рыцарские ордена, как они функционировали? То есть это вот какая-то корпорация? То есть, допустим, если там призывают, их могли призвать орден на службу? Или просто вот корпорация, которая дислоцируется где-то и тоже исполняет какие-то военные функции? Ну, орден, конечно, более жесткая система, структура, особенно военно-монашеские, по типу тамплиеров, госпитальеров. Они предназначались, изначально создавались для того, чтобы, значит, воевать в Святой Земле, оборонять ее, потому что обычного светского рыцарства немножко, так сказать, не хватало. И там, конечно, была более жесткая дисциплина, более сильная такая вертикаль власти, все подчинялись магистру. Служить они там были обязаны вообще обычно все время. И рыцари в Святой Земле, например, они не 40 дней должны были служить, а вообще весь год, потому что это буквально горячая точка. И там постоянно какие-то столкновения были. То есть это частная военная компания Средневековья? Можно назвать ее так, да, только ее, значит, цель не обогащение, да, какое-то, не наемничество, а война в интересах вот, христиан, ну, в основном, конечно, Папы Римского, которые изначально или создавали этого для этого. Но это очень легко совместимо с обогащением, если честно. В теории да, и потом это так получилось, потому что самые тамплиеры, они разрослись в огромную такую организацию,
вот, которая уже занималась не войной в Святой Земле, когда уже и в Святой Земле никого не было, всех крестоносцев выбили, вот, а действительно их уже, они стали целым таким феодалом большим, этот орден, вот, с которым потом Филипп IV красиво боролся и победил, и что его привлекало, ну, огромные богатства, накопленные орденом вот, за время его существования. Ну да, так часто, конечно, бывает, что от изначальных целей они, значит, отходят. Но были и более светские ордена, потому что военно-монашеские, там вы все-таки не только как рыцарь, вы и монах, вы приносите монашеский обет, вы еще должны постоянно молиться, да, как монах, у вас там обет безбрачия и тому подобное. Вот. А были и чисто такие светские ордена, в которых проводились турниры, вот эти все красивые рыцарские манеры поддерживались. Был такой орден подвязки, который Эдуард III учредил. И Тевтонский орден потом тоже такой стал более светский, который, целью которого было там распространение своего влияния в Пруссии, завоевание Прибалтики, да. Это, конечно, связано с крещением, да, но таким крещением огнем и мечом. И, по сути, тоже военной колонизацией, да. А поначалу ордена подчинялись церковной власти или же все-таки светской? Церковной, папе римскому или каким-то там очень значимым таким прилатам. Но вообще, да, как бы, ну, они прям не напрямую подчинялись, там был человек, магистр ордена, который и которому орден весь и подчинялся. Но магистр, конечно, был близко связан с каким-то прилатами. Например, был Бернард Клерос, так он вот очень тесно был связан с тамплиерами, он во многом их и основал. Как новое рыцарство противовес старому светскому, которое воюет из праздности, да, просто грешит, убивает ради различных каких-то обогащений, грабежа, еще чего-нибудь, да, прихоти. А вот новое рыцарство, оно будет воевать по-настоящему с такой религиозной целью, с отвоеванием во имя спасения. Вот. Но в дальнейшем, конечно, магистры у всех по-разному, и они могли просто становиться достаточно независимыми правителями в рамках этого ордена. Но светское рыцарство не исчезло с появлением орденов, и быть рыцарем это не означало быть одновременно членом ордена. Я правильно понимаю? Конечно, да. В орденах было меньше часть рыцарства, намного. То есть светское рыцарство, оно так продолжило существовать, и орден — это какая-то особая история, вот, не для всех, для кого это нужно, а так, конечно, нет, оно продолжило даже существовать вполне себе успешно. Вот вкратце, с чем все-таки связан закат рыцарства? С переходом на регулярную армию? Причин тоже немало, и работает целая совокупность. Но вообще, наверное, прежде всего, я бы сказал, и с переходом, да, на какую-то постоянную армию, не то чтобы еще регулярную, дисциплинированную, но тем не менее, связано это с появлением чего такой тоже постоянной, натренированной пехоты, да, швейцарцев, потом вот с кнехтов. Вот эти вот большие баталии пехоты, вооруженные алебардами, пиками, они стали неприступными для рыцарской кавалерии. Тут она уже ничего не могла сделать. Атаковать такое было очень самоубийственно. Плюс к этому, да, все-таки развитие огнестрельного оружия и полевой артиллерии, что тоже снижает значимость тяжелой кавалерии на поле боя. Но, несмотря на это, тяжелая кавалерия, вот, она еще очень долго не сходит вот, с поля битвы. Там, конечно, и какие-то социальные, значит, стоят предпосылки к этому, потому что само вот рыцарство, оно, как бы, его состав размывается туда, и горожане попадают, и, значит, королю уже нужно больше не такое независимое рыцарство, да, которое сажается во имя славы, доблести, своей личного рыцарства. Ему нужны буквально вот четкая, постоянная армия, да, дисциплинированные войны, а с дисциплиной у рыцарей часто были проблемы, профессиональные войны, да, какие-то единообразно, значит, вооруженные, а каждый рыцарь по-своему, собственно, снаряжался.
нужны большее количество воинов, просто потому что население растет, государство крепче становится, больше войн ведется. Ну, а рыцарей много не могло быть, потому что, ну, они дорогие, вот, в смысле его, своего обеспечения. Вся эта совокупность факторов тоже приводит к тому, что вот именно как тоже такое социальное явление, культурное, оно постепенно сходит на нет в 15-16 веке. Хорошо, и переходим постепенно уже к завершению сегодняшней передачи. То есть мы поняли, что в средние века образ рыцаря вот как такой доблестный, верный воин Господа. То есть это все-таки религия тоже большую роль играла. А реформация повлияла на развенчивание этого образа? Но к тому времени этот образ был уже не столь силен. Я думаю, тут даже не то, чтобы реформация повлияла. То есть идея некого воина, который очень такой, религиозный, религиозный, благородный, она и дальше сохранилась, и в новое время вот это перерастет в какое-то дворянство. Там тоже верность Богу – это значимая вещь. Я бы, наверное, акцентировал внимание. Вот, конечно, что рыцарство – это вещь такая очень связанная с религией, но все же они не священники, и элемент такой светской, чисто светской культуры был очень значимый. И вот эта вся история с рыцарскими романами, да, с куртуазной любовью, которая, несомненно, связана с рыцарством, которая часто была вне брака, что очень противоречит, да, христианским, значит, установкам. Это был тоже очень значимый, значит, значимая часть рыцарской культуры и в позднее Средневековье. И вот это причем не исчезло. Вот эта вот куртуазная любовь, любовь служения прекрасной даме, которая родилась вот в этой феодальной, так сказать, атмосфере, да, когда, не знаю, молодые рыцари ухаживали за какими-то своими, за женами, да, сеньоров, такой, да, дьютер происходил. Вот эта вот любовь, служение, значит, она закрепится вот в европейской традиции, дойдет до наших дней до сих пор. Для нас... То есть в массовую культуру перетечет это? Да, конечно. Вот когда же говорят «принц на белом коне», весь такой галантный, красивый, ну, имеется в виду тоже рыцарь, когда как-то мужчина ведет себя очень так вот уважительно, и прямо все делают для дамы, его тоже называют благородным рыцарем, но потому что это все идет оттуда, из 12-13 века, когда такая форма любви романтической вот, появилась, очень удивительная, и процвела при дворах графов, баронов и рыцарей. Значит, вот вы сказали на протяжении этой лекции, что эталон рыцарства – это Ричард Львиное Сердце. А вот можете его назвать... В истории средних веков еще один такой пример, то есть тоже действительно полностью соответствовавшего всем вот категориям вышеперечисленным. Да, таких примеров вообще много. Не знаю, Людовик IX святой, французский король, который, наверное, еще и идеал короля, христианина и рыцаря. Что он по, значит, воспоминаниям современников, он был очень таким... Он, не знаю, следовал всем этим рыцарским манерам. Он сражался постоянно тоже сам, лично участвовал, не знаю, в бою. И он был таким эталоном правителя рыцаря для всего средневековья. Генрих V, да, который, значит, победил в битве при Азинкуре, знаменитый английский король, тоже был таким вот эталоном рыцаря, воителя. То есть у нас по таким эталонам. Конечно, Ролан, да, такая мифическая фигура, но благодаря песне о Роланде, да, 12 века, в таком эпосе, вот это вот поведение, что он один сражается с неисчислимым количеством врагов, он не хочет звать на помощь, он хочет вот, показать, насколько он силен, насколько он великий воин, насколько он отважен,
Это заложило прям поведенческие нормы для рыцарей на очень долгое время. Вот. Но и даже такие чисто античные герои в средние века, типа Юлия Цезаря или Александра Македонского, Александра Великого, они воспринимались как рыцари. И про них писали рыцарские романы, как, значит, Александр как рыцарь побеждает, воюет, завоевывает. То есть примеров очень много таких действительно людей. Ну и Ричард «Львиное сердце», да, с его доблестью, отвагой, которую он прославил в Третьем крестовом походе. Ну, понятное дело, что, конечно же, такими были не все. Есть ли прям известные антипримеры и чем они прославились? Понятно, что страх такая вещь, которая, или трусость, которая очень, ну, в рыцарской культуре, она была, воспринималась очень отрицательно. Но это вещи, которые характерны всем людям, тем более на войне. И такие случаи были, да, когда кто-то бежал с поля боя. Насколько я помню, Людовик VII буквально бежал из Второго крестового похода, и ему потом это очень сильно припоминали. Например, такого правителя. А Джон Фастер, это английский рыцарь, значит, сражался в битве при битве селедок, это один из эпизодов Столетней войны, и там он не то чтобы бежал, да, он просто отступил там со своими войсками, но ему очень долго припоминали, вот, то есть его репутация, кстати, очень важная часть для рыцаря, да, его реноме, оно было попорчено даже не совсем-то настоящим фактом бегства, не то чтобы он испугался, потому что в других сражениях он участвовал, и очень, очень долго восстанавливал свою репутацию честного, отважного воина. Вот. Такие случаи, конечно, не раз происходили. Вот. И это могло, ну, послужить таким... Вас могли, как говорят по-современному, не знаю, отменить в рыцарской, значит, в рыцарском сословии, вашей корпорации, ну, потому что вы мне подтвердили, значит, очень важные качества рыцаря. То есть культура отмены – это не изобретение 21 века, это просто вспомнили хорошо забытое старое. Да, вот, и да, в других корпорациях тоже, таких цеховых, если вы нарушаете правила работы цеха, вы из этой корпорации сразу же, конечно, вылетаете. То ну, примерно самое. Такое еще в Древнем Риме было, в Византии такое было. В рыцарстве, ну, в рыцарстве тоже есть. Если вы ошибаетесь, что-то делаете не так, все, вот, каким-то критерием вы исключаетесь оттуда. Что ж, я предлагаю на этом завершить. Большое спасибо за лекцию, очень интересно было послушать. Друзья, если вам понравилось, то пишите, и мы сделаем как-нибудь серию подробных роликов или стримов по истории европейского рыцарства, потому что говорить есть о чем. Эта передача вышла, ну, очень вводной, очень обзорной, то есть тут галопом по Европам прошлись. Однако я думаю, что вы также с удовольствием послушаете. Еще раз большое спасибо. Большое вам спасибо, да. С радостью расскажу еще о рыцарстве. Подписывайтесь также на сторонние ресурсы Второго Рима на Бусти, Рутьюбе, Телеграм-канал, группу ВКонтакте. Ну, я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всем пока. До свидания.